Румынию и Болгарию позвали в Шенген. В Еврокомиссии заявили, что эти страны доказали свою способность защищать внешние границы Союза. К тому же расширение шенгенской зоны улучшит ситуацию с мигрантами, считают в ЕС. Еще одно предложение Еврокомиссии – разрешить странам Союза в случае необходимости возобновлять пограничный контроль внутри шенгенской зоны, но максимум на 2 года.